Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Неизвестная история России. Мифы и факты». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наше исследование на тему «Какая судьба постигла предателя Николая II?». «Кругом измена и трусость и обман», записал Николай II в свой дневник 2 марта 1917 года, сразу после подписания манифеста об отречении. Находясь в ставке Верховного Главнокомандования в Могилеве, император с опозданием получал известие о событиях в столице. Многие благонамеренные люди еще в августе 1915 года просили Николая II не становиться во главе Верховного Командования, так как это было связано с частыми и долгими отлучками из Петрограда. Только рано утром 28 февраля 1917 года государь отправил в Царское село с батальоном георгиевских кавалеров престарелого генерала Николая Иванова для подавления восстания в Петрограде. Это была явно запоздалая и неадекватная мера. Инициатива находилась уже в руках антиправительственных сил. Император выехал сам в сторону Петрограда кружным путем – Могилев, Орша, Вязьма, Лихославль, Бологое. Прямой путь на Царское село через Оршу, Витебск, Невель, Дно был оставлен для воинских эшелонов, которые должны были прибыть в распоряжение генерала Иванова. Николай II тогда не мог и представить, что сразу после его отъезда начальник его штаба генерал Алексеев приостановит выделение войск на подавление революции и приступит к технической организации давно задуманного государственного переворота. В ночь на 1 марта царский поезд достиг станции Малая Вишера. Здесь государь и его свита стали жертвами мистификации, разыгранной в Министерстве путей сообщения комиссаром Временного комитета Государственной Думы Александром Бубликовым и бывшим начальником железных дорог тайным большевиком Юрием Ломоносовым. Они разослали по всем станциям телеграммы, будто пригородные станции Петрограда, Тосно, Царское село, Гатчина, заняты отрядами революционных войск. Царь поверил в мистификацию и отказался от плана проехать в Царское село к семье и генералу Иванову. Вместо этого он повернул через Бологое Дно на Псков, в штаб Северного фронта генералу Русскому, чтобы обдумать там дальнейшие планы. Так прошли еще сутки. Николай II не подозревал, что движется прямо в логово врага, в заранее поставленную ловушку. Русский фактически арестовал Николая II. Снабжая его только выгодно заговорщикам информации, он убедил его вечером 2 марта отречься от престола. Для вящей убедительности генерал Алексеев организовал своеобразный опрос командующих фронтами и флотами, как они относятся к идее отречения. Некоторые из них уже были посвящены в заговор, но большинство сбито с толку дезинформацией, поступавшей из Петрограда. Именно телеграммы военачальников сыграли главную роль в принятии императором рокового решения. Все они, за исключением командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Колчака, посоветовали царю, во избежание худшей смуты, принять условия, предъявленные бунтовщиками. Этот генерал выдвинулся в результате успешных действий во время Первой мировой войны, будучи командующим армией в успешной Галицийской битве. Несмотря на свою решимость добиться отречения государя, русский вскоре понял, что ему не ужиться с революцией. Он не мог принять демократизацию армии, которую начал проводить военный министр Александр Гучков. Уже 25 марта 1917 года он вышел в отставку и уехал на Кавказские минеральные воды, надеясь, что мирно проведет там остаток дней. Но отречение государя надолго ликвидировало само понятие мирных дней в России. В конце 1917 года власть на Северном Кавказе перешла в руки большевиков. И там, как и везде в Советской России, большевики пытались кнутом и пряником привлечь бывших генералов и офицеров на службу в Красную Армию. Русский отказался служить большевикам, изменникам Родины, подписавшим предательский Брестский мир с немцами. Независимо от его отношения к монарху, русский был патриотом. В сентябре 1918 года советская власть начала красный террор против представителей эксплуататорских классов. Русский был в числе взятых в заложники. Когда белые армии генерала Деникина развернули наступление на Северном Кавказе, большевики устроили массовую бойню заложников. Русский был убит в группе из 15 человек 1 ноября 1918 года в Кисловодске. Говорят, что когда на перекличке он назвал свою фамилию, председателю Пятигорской ЧК Оторбекову послышалось «Русский». Оторбеков лично выхватил шашку и стал рубить русского с криком «Вот так будет со всеми русскими». Шашкой чекист владел плохо, и чтобы снести генералу голову, рубить ему пришлось несколько минут. Понял ли русский перед смертью, что это он, принудив царя к отречению, открыл перед Россией врата ада?
Начальника штаба Николая II Временное правительство вознаградило за предательство должностью верховного главнокомандующего. Но уже в мае 1917 года Алексеев ушел в отставку, будучи не согласен с развалом армии под видом ее демократизации. Таким образом, все военачальники, поддержавшие в начале переход власти от царя к Временному правительству, становились потом к этому правительству в оппозицию. Да только поздно было. Алексеев пытался служить Временному правительству на разных постах вплоть до Октябрьского переворота. Но потом ему пришлось бежать на Дон. Там он вместе с генералами Корниловым и Деникиным приступил к формированию Белой добровольческой армии и стал ее верховным руководителем. В разгар гражданской войны он умер от болезни 8 октября 1918 года. Дядя царя, великий князь Николай Николаевич, которого Николай II в 1915 году заместил на посту верховного главнокомандующего и отправил командующим на Кавказ, также убеждал государя телеграммой в необходимости отречения. После революции он на неделю стал верховным главнокомандующим, однако затем Временное правительство решило полностью отстранить всех Романовых от любых должностей. Николаю Николаевичу удалось эмигрировать. За границей он стал почетным главой Русского общевоинского союза, объединившего активную часть изгнанных белогвардейцев. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Адриан Непенин был всего через два дня 4 марта 1917 года растерзан толпой кронштадтских матросов. Командующий Западным фронтом генерал от инфантерии Алексей Эверт после революции проживал как частное лицо в Москве. В ноябре 1918 года, почти одновременно с русским на Кавказе, был расстрелян большевиками в порядке Красного террора. Командующий румынским фронтом генерал от кавалерии Владимир Сахаров, выйдя в отставку, жил в Крыму. Крым был большую часть времени занят войсками интервентов и белогвардейцев. Это не спасло Сахарова. В августе 1920 года, когда Крым, казалось бы, контролировался русской армией генерала Врангеля, Сахаров попал в руки партизан. Ими руководил большевистский шпион и бывший адъютант командующего добровольческой армии генерала Маймаевского Павел Макаров. В отличие от героя известного фильма «Адъютант его превосходительства», его исторический прототип сумел бежать от заслуженной кары. Партизаны расстреляли генерала Сахарова и четырех его спутников. Командующий Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии Алексей Брусилов встал на путь сотрудничества с большевиками и умер в Москве в 1926 году. В вышедших за границы после его смерти мемуарах содержатся слова раскаяния за то, что он слишком поздно понял суть большевистской власти как богоборческой и антирусской. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.